О-оу. Это было интересно. Это было очень круто. Машина проехала. Офигенно. Это было реально. Это Next Day Survival, друзья мои. Мы продолжаем играть. Надо было... Я думал, может, крикнуть им, типа, пацаны, вернитесь. А вот это что там? Что там они увидали? А вон машина, смотри. Они увидели машину Black. Дэвил, по-моему, увидел тачку. Сейчас пойдем посмотрим. Я примерно слышу, что говорит Хантер, что они типа с оружием будут. Естественно, машину-то собрали. Так, тихо. Тихо, ша, смотрим ситуэйшн. Анализируем. Как они проехали прямо мимо нас? Побежали, побежали. Вон тачка. Вон машина. Братцы, на машине! Так мы для них засаду сделаем. Так, слушай, они разворачиваются, не? Смотри, чтобы не разъехали. Так. Они едут сюда, по-моему, обратно. Я слышал звук двигателя. Ну, звук был рядом, то есть они, может, там где-то кружили, искали, откуда голос был. Ладно, хорошо. Да, защищает его вроде. Не менее опасно. Твою же мать. Так. А, это то самое место, где мы пытались машину собрать. Вот смотри, видите труп? Мирный труп. Мирный труп. Что-то какая-то музыка напряженная жестко. Мне кажется, тут кто-то есть. Парни задавили, скорее всего. Так, тут тихо. Вот это жесткая херотень, конечно. О, вот еще одна тачка. Интересно, чего не хватает? Чего не хватает? Блин. Я у одного из трупов видел свечи зажигания. Аккумулятор я здесь находил, кстати, рядом. В гараже, по-моему, есть. Ну, если у меня аккумулятор, я, в принципе, могу вернуться на базу. У меня там есть все необходимое. Ой. Так, средний рюкзак нам не нужен. Это мирный. Так. Да, трупак завалили жестко, конечно. Без проблем. Там просто пацану нужно сделать задание. Там, ну, я не знаю, документы красить, да? Да-да-да. Так. Тут нужно сходить там, правда я не знаю, как это будет все происходить. Нам нужен по-любому четвертый еще. Это да. Значит, надо на нейтралку вернуться и кого-то завербовать. Ух ты, как я левитирую. Так. Это понадежнее все-таки будет. Нейтрал, это такой, знаешь. Я им не особо доверяю. Это да. Кто хочет стать мародером, а может хочет стать мне. То есть в зависимости от того, на какую сторону он станет, да? Да. Вот может у него друзья мародеры, он может тоже будет мародером. Черт его знает. Будет покласться, что он свалил там правильно. Жесть какая. Так, ну так оно и работает, в принципе, к сожалению, увы, ах. Тут пока все тихо. Если что-то интересное будет, я сразу вам покажу. Вот это хорошо, благодарочка. Здравствуй, скаут. Do you speak Russian? Do you speak Russian? Yes, yes, yes. Прекрасный ответ. Чудес. Так. О, берцы. Держи еще. О, господи. Сколько всего? Слушай, ну просто нереально лута, конечно. Держи еще. Ух ты. Это прям тупик. Блин. Скаут, ты с нами? Хочешь побегать немножко?
Нам как раз четвертый нужен. Пойду. О! Сейчас со скаутом будем. Жесть какая. Да. Лишнее, то, что я поскидывал. Так, сейчас это самое. А что именно лишнее, скажи мне? Ну, всю броню просто кладовщику склади, чтобы это, когда ты будешь просто появляться заново, можно было опять одеться. Обычная рубаха. Смотри, только смотри. Какую-то аптечку одну. Там, может, аптечка бинт. Потом я лучше выложу. Да и все. Больше, так, карта. Больше ничего не должно быть. И то часы можно выкинуть. Ладно, часики уберем. Антибиотики тоже уберем. Ну, пускай так будет. Так, в принципе, нормально. В принципе, жить можно. Просто разделись. Так. Ни водички, ни кушания, к сожалению, нет. Ладно, сейчас угости. Вы это покупаете где-то? Или где? Находите? Или как вообще? О! Да, мы выбираем, так сказать, ну, налегке. И собираем чисто еду, и все заносим сюда. Я смотрю, вы игрой прям прониклись конкретно так. Но это правильно, почему? Это реально классно. Это у вас все броня, да? Так-с. Скаут, смотри, от кефира можно проблеваться. Я уже блевал в той серии. Нормально так. Вы просто это, смотрите на сургонности, там слева на этикетке. Ты знаешь, обычно инструкции не читаем и на сроки годности не смотрим. Это нормально. Так, еда нужна. А, это можно положить, точно. Сейчас положим. Все это я убрал. Фу, ладно, пока ребята там разбираются, тут есть и колодец, можно попить воды. А, бутылочку набрать, вот это правильно. Очень ламповая игра, на самом деле, вот без прикола, ты зашел и сразу компашку нашел. Так, пить, давай попьем немножечко. Так, я вроде набрал... Господи. Вода 1 литр, питательных веществ 0. Окейушки. Чувствует природа, что ослаб человек. Так, чудесно. Это кто у нас такой? Это Стас. Эй, мужик, ты присаживайся. В каждой деревне, где я бывал, везде есть Стас. Это прекрасно. В каждой деревушке. Стас. Мистер Пурпл. Мирный, это просто боты. Так, что у нас по патрошкам? Все патроны есть. Никто не ходит, не хочет. Погнали. Нет смысла больше народ звать сюда. Да, можно и побольше, но я не вижу больше. Да. Ладно, парни, тебе постарается удачи. А с вами, парни. Нам удачи понадобится точно. Нормально так. Тактичненько. Забегаем по правой стороне завод. Там спускаемся через деревню. Идем на ЦКС. Окей. Он и заводится у нас. Где-то примерно 4-5 снайперов. Вот подышка. Ну и плюс люди. Два человека наверху на крыше завода слева. Это наши люди. Это мирный снайпер. Окей. Уверен. Дело в том, что они движутся как люди, а не как боты. Это мародеры, я тоже думаю. Разве что мародеры там зачистили, конечно. Потому что они двигались как не как боты. То есть к боты можно понять, в принципе. Ладно, давайте посмотрим. Нормально так. Это мародеры. Только энтузиазм всегда похвален. Так, ну что, сейчас попробуем. Воу. Нихера. Так, небольшое укрытие в виде кустика. Воу. Тихо.
Тихо. Падай. Ни хрена себе жопа. Так, а я аптеку выложил, твою мать. Да, тут не самая удачная позиция. Попробуем перебежаться. Давай туда. Воу! Печалька! Черт! Ладно. Пока меня завалили, я пытаюсь добраться до своих ребят, чтобы, собственно, забрать свои вещи и хоть как-то попытаться помочь. Я слышу, там идет стрельба, поэтому нужно очень-очень осторожно все это дело пройти. Так, мы были здесь. Вон там стрельба, блядь, жесть какая. Я не знаю, сколько выжило, сколько... Что вообще там непонятно? Сейчас попробуем себя залутать. Ну, по глупости померли. Опять же, навыка в эту игру у нас вообще практически нет. Это вторая или третья серия. Но тем не менее, надеюсь, вам нравится. Сейчас посмотрим, что там, блядь... Ух, там жестко творится какая-то хрень. Ёпта. О боже, я вижу еще трупы. Я думаю, что это наши, наверное. Хотя наши все типа как бы живы в группе. Сейчас проверим. Сейчас, если мне... А вон они внутри, трое. Ну да, все живы, оказывается. Так, сейчас мы себя же залутаем быстро. Блэк Дэвил завалили, походу. Твою мать. Оу. Тихо. Блять, они наверху там. Твою же мать. Хреновато. Очень хреновато. Так, можно просто примерно представить. Они поднимаются, сейчас проверим. Так, тихо. Падай на пузо. Так, это я же, типа. А нельзя сразу все перетащить, да? Блять, оружие где? Что, забрали, что ли? Неужели забрали оружие? Смотри, труп. Второй раз тоже нехорошо вышло. Тут какая-то вакханалия, блядь, лютая творится. Ёбаный свет. Кого вальнули? Я не знаю, кто это был. Это пиздос. Вон они, вон наверху, вон. Воу, фак! И три раза, блядь, за 5 минут. Кто у нас? Предатель. Нас убил предатель. Я такого еще не видел, это что-то новое. Ладно, сейчас продолжим. Что это было вообще? Мы побежали, а там же один проход, а их там человек 6 сидит. Слушай, меня убил какой-то чувак, у него приписка «Предатель» написана. Это, блин, это те, кто были мирными, а потом начали убивать, получается, ну, таких же мирных. Это тебя там завалили, да? Ты был в химзащите стоял? Потому что кого-то из нашей команды завалили прямо вот я бежал сюда. То есть на выходе, куда они побежали сейчас, всемирные. Ой, я не заметил, честно. Он меня убил? Мистер Unknown у него ник. Я так понимаю, там реально целый отряд был, ребят. Положили просто жесть. Так. Пипец какой. Так. Средний рюкзак, это хорошо. Магазин для вепря. У меня вепря нет, например. Это такая типа сайга. У меня уже патроны у нее почти так. У вас оружие какое-то осталось? Я по твоему совету переложил пару автоматов. Так, средний рюкзак. По-моему, чувак, который отвечает за хранилище, немножко бдит. Я не знаю, как до него добраться теперь. Под осадой. Жесть какая, блин. Так. Оружия нет. С оружием беда у нас. Йоу, выходи, что ты там это самое дрейфишь? Давай, кладовщик. Черт, а? Кладовщик. Слушай, а если его убить, например? Это плохая затея. Черт. Блэк Дэвил, это тебя завалили, да? Ты в химзащите был. Я возле тебя пробегал, и меня убили, и тебя убили. Не, я в дом забежал, меня в доме убили. Это значит, тогда скаут был, да? Скаут, тебя завалили в химзащите возле подхода сюда? О, вот это хорошо. Так, патронов 16, патронов 30. Забираем раз.
Собираем два, собираем три. Сейчас сделаем такие вот телодвижения быстрые. Я так слушаю, я так смотрю, да? Они там в каждом окне. И ко мне, блин, просто он подлез уже. А, это никуда не надо, да? Военные штаны и берцы. Сортировать и выбросить. Это было очень больно. Меня убили, я вообще даже подбежать не успел. То есть там снайпера человека два на крыше было. Человек 6, я, короче, рассчитал. Средний рюкзак. Мне что-то кажется, прям плохая тут есть с ним воевать, но давайте, блин, это весело. Жесть какая. Вон там новички какие-то бегают, смотри. Кто-то там новенький. Нет, слушай, без снайпера с ним тоже, может, к ним не подберемся. Дайс. Пабло. Пабло. Что это ты не врубил? Вакханалия какая. Так, Василич, скаут. Получено приглашение от Хантера. Что это вообще было? Может быть, меня. О, и скаут есть. Принимайте. На игре. Я еще Тайса видел, может Тайса пригласить тоже. Тайса, где вы видели Тайса? Тайс тут пробегал вот. Прекрасно. А вот и Тайс, по-моему. Но что-то я боюсь, что Тайс особо на русском, наверное, не разговаривает. Стали возле Тайса все посмотреть. Казак 2101. Прекрасно. Мирный казак. Казак, привет. Казак, идешь с нами? Мне кажется, у него выбора нет. Либо микрофона нет. Пошли с нами. Приютим, так сказать. Он сел подумать. Вот сами не точно. Да не надо. Прекрасно. Ладно. Да. Мы же изначально, да, куда-то бежали. Да, то что-то нас вот не по плану пошло. Да, плохая идея была на завод идти. Надо было думать, что это реально мирные снайперы и все. Что это за туп валяется наш? Эй, мужик, ты присаживайся. Здесь только что они кого-то отстреливали. Слушай, они походу будут штурмовать. Смотри, вон еще один туп валяется. Черт, тут какая-то жесть просто. Самое настоящее мясо. Так. Приодеться-то мы приоделись. Это мой труп, по-моему, лежит. Так. Тут калаш валялся у парня, а уже ничего нет. Охренеть можно. Тупо заняли весь завод. Это жесть на самом деле. Так, немножко отстали. Я решил чуть потише музыку сделать, чтобы голоса было. Жесть какая, блин, а. Там столько трупов, там столько лута валяется. Рисковая фигня на самом деле. Это просто жесть. Я не хочу на одни и те же корабли дважды вставать. Видишь, у них-то получается мало то, что их много, да? У них еще позиция получше нашей. Получается, тут только один заход, и они его кроют. Очень даже хорошо. Очень странно, что на завод всего лишь один подход. Так, аккуратно смотрим. Так, пока вроде тихо. Но они уже свалили, наверное, 100 раз. Они бы не стали, наверное, здесь оставаться, думаю. Так, тут тихо. Тут все спокойно. Такс. Чтобы выжить, главное не умирать. Да, это действительно тема. Это действительно тема, правила. Правила жизни. Так, там тихо. Я эпизодично показываю, что тут происходит, чтобы вы понимали. Чисто бег, я думаю, мало кому интересен. Хотя тут очень даже с душевником можно пообщаться. Команда у нас реально классная. Ну, с домами уже как-то попроще, наверное. Да, только вот видишь, тут когда я в прошлый раз лутался, да, такая нехорошая ситуация вышла. Кислотный дождь начался этот, ну, кислотный туман.
Я не выдержу. Фух, жесть. Так. Фу, я тоже лутаться пока не буду. Пока, в принципе, все в порядке. Я никого не вижу. Игре не хватает детализации немножко. Даже когда всю графику на максимум ставишь, она все равно смазанная. Да, я на минималку поставил. Мне нравится. Ты представляешь, я ставлю на максимум, мне оно смазано. Я боюсь представить, как на минималках оно тут выглядит. Зашибенно, все такое обрезанное, знаешь. Пацаны, шланг нужен. Или нет? Ты предлагаешь или наоборот спрашиваешь? А, я понял. Хорошо. Мне кажется, не берем, мне. Я возьму, пускай будет. А, ладно, будешь душить, брат. Буду душить, да. Так. И идем. Видите, только самое необходимое. Мы сейчас будем все равно выкидывать по пути. Так, тут все тихо. Чайничек взять нельзя. Шей, да? Так, скаут. Даудовай, пошли. О, водица попивает. Пить никому не нужно. Да вроде пока нормально все. Так. Так, тут тихонько. Блин, реально, вот ты ставишь на максимум игру, она тупо размазана. То есть, например... Блять. Например, там нихера не видно, это печально. О, волчонок. Там волк на горизонте. Твои выстрелы наверняка привлекут внимание. Интересно, а в ближнем бою его вообще завалить реально? Реально, но сложно. Сложно, да. Ладно, все, пошли, погнали, реально. Погнали, погнали. Что у нас с патрошками? Так, тридцаточка. Блять, я потерял там 75 патронов было. Пиздец, РПК. Ах. Так, ну вроде пока тихо все. Нареканий, проблем пока нет. Ну это так, до поры до времени. Вот видишь эти кислотные, ну, планочки, да? Такие. Вот именно в таком возле нейтрального городка, нейтральной базы, есть вертолетик. Там и падают всякие ничечки да плюшки. А тут отчуть дальше, аккуратно, кстати. После автобусной остановки там будет небольшой перевал мародеру. Там будут баты стоять. Жесть какая. Вот на этой машинке, вот видишь, там напротив это стояночка. На стояночке остановка. Вот на корточку будем идти. Так, на картонах, так на картонах, не вопрос. Все на корточку, пожалуйста. Присядь, пожалуйста. Присядь, пожалуйста. Все, видишь? Сейчас вот возле тех. Возле той машины должен быть. Так. Я смотрю, Хантер здесь уже прохаван, много чего знает. Что там, блядь, было? Блядь, да не сворачивайся ты, кусок говна! Что ж ты будешь делать? Игра любит сворачиваться. Ну, это не точно. Так, тут тоже тихо. А вот там слева народа не ебаться много. Там реально просто немерено количество. Топливо, это хорошо. Слушай, ты коллекционируешь вроде, да? Кого я коллекционирую? Очистители. У меня уже есть один. Так, два лучше, чем один. Ух, какое эхо здесь классно. Так. Слушай, а кто-то костер уже разводил тут? Это, мне кажется, стендап. Странно. Водоочистители коллекционируешь. В таких суровых реалиях. Только и делай, что воду очищай. С голоду поумираем, пока дойдем. Фух, блин. Так, что-то как-то совсем не густо. Вот это она, это ЦКС. Я тут и начинал. У меня было СВД, я был голый, и у меня было КМ. Ты представляешь? По-моему, даже на ролике есть. То есть я появился реально голый, у меня была СВД, у меня была КМ, еще парочка вещей. Это, я так понимаю, первая серия, да? Да. Ну, вышло там буквально пару дней назад. Я пересмотрю. Это будет забавно.
Я еще удивился. Думал, боты на меня бегут, а меня мародеры завалили. Так. Спокойно. Так. Сейчас вертолет надо глянуть. Да, мародер есть. Аккуратненько. Отсюда, в принципе, можно попробовать его снять. Что, отсюда его не видно уже? Странно. Можно попробовать даже лечь, наверное. Вон он. А, вот там он. Так, ложимся. Жесть какая, блин, а? Так. Чё-то мне кажется, это плохая затея. Но у нас других вариантов просто нет. Так. Надо уйти, потому что он сразу нас завалит. Единственный вариант был за вертолетом спрятаться. Довольно неплохая затея. Либо отойти как-то вот так. Вот тут есть кто-то? Тут никого нет. Вон он только там. Так, не будем мешаться. Как они там хотят проползти, хер его знает. Давайте попробуем. О, о, оружие, по-моему, достал или что-то делает. Ну, то есть видно было какое-то движение. Была какая-то анимация. Так, спокойненько. Чё-то, мне кажется, это не самая лучшая затея. Хотя, чем ближе подойдешь, тем лучше, наверное. Их тут дохуя. Это правда. Я не знаю, чем это закончится. У меня всего лишь там 20 или 30 патронов. Ну что, рискнем? Ну, кто не рискует, тот не играет в эту игру. Справа, справа, аккуратно. Господи, жесть какая, бля. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Снайперы, да. Чёрт, а. Какого хера? Ёбаный свет. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро! Так, сейчас отсюда будет проще. Нихера себе там мясо! Воу, игра, не проседай, пожалуйста. Так, там вальнули. Там чисто. Вон он. Вон, нихера там народа. Ебать колотить. Воу, воу, какой звук, а? Прям в голове. Вон сверху. Может, там был кто-то? Что за вакханалия? Охереть. Я не знаю, завалил я его или нет. Давай, сука, вылазь. Готово, первая жертва. Так, братишка, что тебе можно взять? Что у тебя можно взять? Давай вот так вот. Вообще, как бы надо бы использовать. И к шапочку. Давай, надевай. А, у меня есть, в принципе. Это убираем. Выбросить, сортировать, понятно. Так, что из этого? Ничего нам не надо пока, да?
Кишки, блядь, херовая ситуация. Херовая ситуация, Блэк Дэвил. Так, что у нас по патронам? Бля! Хуя себе, как он прострел, блядь, сделал. Чё это в канале? Они сквозь камни простреливают. Пиздарики. Застрелен. Чёрт, плохо дело. Здесь, наверное, имеет смысл сделать перерывчик, потому что я думаю, надо реально отдохнуть. Чёрт. Посмотрим, как Блэк Дэвил справится. Я говорю, они тупо сквозь камни простреливают. Охренеть. Даже интересно понаблюдать. Я слышу то ли вертолет, то ли еще какая-то жесть. Пипец какой. Очешуеть можно. Ладненько, давай возродимся. Вот такие вот у нас ожесточенные будни в Next Day, друзья мои. Надеюсь, что понравилось. До скорых встреч. Пока-пока.